Шабат шалом. Недельная глава Трума. И мы читаем Захо по уничтожению Амалек. Глава начинается: «Вейкху ли Трума, возьмите меня возношение». И все спрашивают, почему возьмите, давайте меня. Народ, который были только что рабы в стране египетской, вдруг разбогатели, новый риш, стали новые русские. И Всевышним учит: вы хотите действительно получить, почувствовать, что у вас есть что-то, давайте. Когда вы будете давать, тогда вы будете действительно что-то получить. В Медраж Раба Вайкра написано, что больше, чем хозяин делает добро с бедным человеку, бедный человек делает с хозяином. Он тебе дает возможность давать. Дети дают возможность родителей давать. Родители, которые ухаживают за ребенок, потом они чувствуют себя: вау, я кому-то нужен в этот мир. Я получаю смысл. Трактат Баба Батра 9 написано, что человек, который дает прута, одна монета, бедный человек, он получает 6 благословений. Вам Фейсобе говорим, тот, который его утешает словами, тот, который говорит ему добрые слова, получает 11 благословений. Когда ты даешь, ты получаешь благословение. Спросили когда-то у сэр Моше Монтифьори, который был большой филантроп, есть то самое история по Абарбанел в Испании. Сколько деньги ты имеешь? И Монтифьори назвал сумму. Говорят ему: Моше, мы знаем, что у тебя есть намного больше. У тебя дворцы, пали. Он говорит: дворцы, пали, они не мои. Сейчас я могу с ними торговаться. Но сумма, которую я назвал, это деньги, которые я уже дал бедные люди. Деньги, которые я дал сироты, вдов, которые я пожертвовал. Эти деньги у меня есть. Тора повторяет несколько раз: давайте пожертвование, но кол не ди в лев, метколиша шеридвени бо, все должно быть от сердца. Если мы хотим, что пожертвование делало у нас результат, надо, что это будет от наше сердце. Как написано в Зоара и Мемна и в трактате Санедрин 106, Рахмана Либая, Всевышний хочет наше сердце. Когда мы дадим от сердца, мы получаем. Есть анекдот, что спрашивают хороший коммунист: что ты готов давать? Мама Россия. И он говорит: все. Если у тебя были фабрики, допустим, он говорит: половина я отдал. Если у тебя были там домов, половина домов я отдал. А если у тебя были две коровы? Он говорит: нет, я не отдал. Две коровы ты не отдал? Он говорит: нет. А почему? Он говорит: потому что это все, что у меня есть. Не надо думать, если я был очень богатый, если у меня были там этого, я бы пожертвовал. Нет. От того, что у нас есть, надо давать от сердца. Есть прекрасный мастер по Большому Тову Акадош. Он встречает водонос, ему 70-80 лет. И он очень грустный. Большому Тову спрашивает: как у тебя дела? И он плачет, говорит: в моем возрасте я должен носить воду. И я еще выращиваю сироты, дети, моя дочка, которые живут у меня. И Большому Тову его обнимает и дает его сила. Через месяц он его встречает. И мой водонос ходит с большой улыбкой. И Большому Тову спрашивает: как у тебя дела? Он говорит: как у меня дела? Посмотри, в моем возрасте я напою весь город. Я выращиваю дети у себя дома. Большому Тову ему давал понимать: когда ты даешь, ты получаешь. Дай Бог, что мы всегда только давали. Шаббат шалом.